Ручка. Да какая милиция? Если они захотят, плевать им на вашу милицию. Нет, не плевать. Нет, не плевать. Это таких бандитов, как ты, милиция не защищает. Потому что им даже выгодно, когда вы режете друг друга. А честных людей... Виталий Леонов относится к тем советским российским актерам, которых узнают в лицо, а вот фамилию назвать не могут. Кинорежиссеры зачастую использовали его специфическую внешность как типаж на роли пьяниц, уголовников, жуликов, простоватых мужичков. И лишь только небольшой круг близких ему людей знал его как человека очень доброго, отзывчивого, веселого, компанейского и творчески